Взаимовыгодное сотрудничество нашей независимой страны с международными организациями позволили за последние годы в столице открыть новые возможности для развития торговой среды. В данном контексте в 61-м микрорайоне по улице Абдурахмана Джами, 81 столичного района Фирдовси задействовала заново свою деятельность сеть супермаркетов под брендом «Би-1». Цель открытия данного супермаркета – это изменение фасадного цвета из оранжевого на зеленый. Супермаркет работает круглосуточно и предлагает покупателям свою экологическую продукцию по доступным и приемлемым ценам. С командой мы открываем не новый магазин, но это магазин, который уже работает почти 2 года. Сегодня еще раз открываем магазин, новый концепт. Наш новый концепт «Би-1», то есть раньше у нас был цвет оранжевый, сейчас зеленый. Магазин намного лучше, чем был. И самое главное, у нас будет 4 дня очень большой промо-акция для наших покупателей. И первый таргет наш магазин с людьми, которые живут недалеко от магазина, это быть еще дешевле, чем был. Я повторю, наш таргет – это быть еще дешевле, дешевле, чем все конкуренты, которые есть. И тоже мы хотим предлагать для наших клиентов дешевый товар. Шивер – французская семейная компания, основанная в 1871 году. Развивал во Франции, Польше, Таджикистане не только сеть гипермаркетов под названием «Ашан», но и супермаркеты – магазины под собственным брендом «Би-1» во Франции и Польше. Шивер Таджикистан вносит ценный вклад в развитие торговли в стране, а также в обеспечение вакансиями и хорошей заработной платой. Почти каждый месяц в каждом уголке столицы открывается магазин под названием «Би-1», что немаловажно играет роль в развитии сферы предпринимательства.